Совет старейшин Авдармы создан и действует с 2012 года. Руководитель совета Иван Кирович сказал о цели проведения очередного заседания. Сегодня мы собрались, чтобы сделать отчетно-выборное собрание, отчитаться за истекший период, что проделано за эти пройденное время, и переизберем председателей и наметим задачи на будущее. Присутствовали на заседании совета примар села Иван Касым и председатель совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут. В начале заседания заместитель председателя совета огласил повестку дня. По повестке дня у нас первый вопрос — отчет председателя совета старейшин Ивана Афанасьевича Кировича. И второй вопрос — выборы председателя совета старейшин нашего структурного подразделения села Адарва. И третьи разные. Можете задавать любые вопросы. В своем отчете Иван Кирович подчеркнул, что советом старейшин Гагаузии при инициативе совета старейшин села была предоставлена 1 единица инвалидной коляски для жителя Авдармы. По вопросу избрания нового председателя совета старейшин участники заседания единогласно проголосовали за кандидатуру Ивана Лапушнян. Его заместителем стал Иван Кирович. Подчеркнул важность деятельности совета старейшин села и примар Иван Касым, отметив, что социальные вопросы жизни села всегда известны совету старейшин, и примария, сотрудничая с советом, старается их разрешать.